Ну а омские наркополицейские задержали банду торговцев зельев. Более месяца оперативники не могли выйти на след этой банды. Члены преступного сообщества, организованного уроженцем Республики Казахстан, занимались оптовым сбытом марихуаны на территории города и имели собственную сеть реализации наркотика. После задержания в схроне банды наркополицейские обнаружили более 50 килограммов наркотика. Все подробности у Андрея Романова. Информацию об организованной преступной группе оперативники получили еще в августе прошлого года. В результате оперативно-розыскных действий удалось выяснить, что наркодельцы по четко наложенному каналу переправляли марихуану в Омскую область из Республики Казахстан. В ходе совместной операции таможенников и сотрудников спецслужб удалось задержать первую партию наркотика. Наркотическое средство марихуана с характерным веществом растительного происхождения, с характерным запахом. Однако на след организатора группировки выйти сразу не удалось. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, лидер группы осуществлял планирование преступлений, оставаясь при этом в тени. Задержать его удалось только в середине февраля. При обыске квартиры наркодельца оперативники обнаружили около 7 килограммов марихуаны. Но, как оказалось, это еще не все. В поселке Адыская был обнаружен схрон, где лидер группы хранил наркотическое средство марихуану. Было изъято свыше 55 килограммов марихуаны. Всего в рамках этого уголовного дела оперативникам удалось изъять более 85 килограммов наркотика. Сейчас все участники преступной группы задержаны и ожидают суда. По фактам их преступной деятельности возбуждено уголовное дело. Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы. Андрей Романов, Вести, Омск.